уважаемые нынешние сотрудники славной городской газеты, уважаемые ветераны, 85 – это уже серьезный возраст, это когда уже состоявшийся коллектив, когда есть уже возможность оглянуться назад, что сделано за этот период времени, ну и посмотреть на небольшую перспективу и далеко вперед, какой быть газете завтра, через год, через два, через три. Я хотел бы пожелать, чтобы газета была правдивой, актуальной, чтобы всегда она отвечала вот злобе дня, давала достоверную информацию, чтобы читатели города Рубежного, жители города Рубежного знали, что происходит в жизни города, в жизни городского совета. Вот, от всей души вас поздравляю, от своего коллектива. Мы сотрудничаем и, в принципе, рассчитываем и дальше взаимодействовать с рубежанскими новинами. От всей души вас с праздником, здоровья всем, вашим семьям, близким, мира и добра. Спасибо.